Встречайте, друзья, Пугачева летит в Россию на 2 недели, целых 14 дней она будет на своей родине. Да, это заголовки, множество заголовков различных газет, которые сегодня нахлынули на меня из сети. Все пишут, да, вот она прилетает, прилетает, ждите, запасайтесь цветами. Даже Волочкова написала о том, что, дорогая Алла Борисовна, приезжайте, здесь вам комфортнее, чем на Западе. И вот выясняется, Максим Галкин выходит на связь и пишет опровержение. Хотите узнать, что он написал? Короче, у себя на странице Максим Галкин развестил сразу 2 сообщения. Вот первое, на нем прям поверх написано «Фейк». Здесь речь идет о том, что Алла Пугачева, мол, хочет дать большой сольный концерт в России до конца года. Ради этого она вместе с детьми приедет договариваться на родину в конце августа. Плюс ко всему попытается решить вопросы на агентством Галкина. И все это со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова, который вот рассказал о том, что Пугачева целых 2 года борется за то, чтобы с Галкина снять статус иноагента, но борьба не дает успехов. Ну и в общем постарается на все это сейчас повлиять. И вот Галкин следующим сообщением публикует вот что, слушайте внимательно, это его опровержение. Выдумки от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают? Какое окружение? Кто этот продюсер? Почему отстаивание правды в судах разных инстанций воспринимается как желание продолжить работу в России? Но вот за что купил, зато, друзья, и продал. Как я вам всегда говорю, не стоит верить фейкам. В общем, что вы думаете о возвращении Пугачевой в Россию? Ну, не в этот раз, но, может быть, там в следующем году. Хотите, нет, ждете, не ждете, запасайтесь цветами, либо, наоборот, пытаетесь забыть о ее существовании. Это Сафин, напишите в комментариях.